Ну что, всем привет, дорогие друзья, с вами Лид, и мы с вами начинаем прохождение Ледникового периода 3 «Эра динозавров». Небольшое интро, которое здесь в виде того, что нам предстоит в данной игре. А данная игра по мотивам мультфильма «Ледниковый период», одноименного, я даже сказал бы. Ну, собственно, не будем спойлерить все, что только можно, или будем. Да, мы немножко посмотрим то, что у нас предстоит в игре, и мы начнем само прохождение. Ну, судя по данному началу, можно сказать, что игра будет более интересная, чем предыдущая игра серии «Ледниковый период». Ну что, посмотрим на практике. Скажу сразу по поводу перевода. У нас перевод осуществлен наполовину, то есть где-то будет по-русски говорить, где-то будет говорить по-английски местами. Так что ничего пропускать я не буду, но я думаю, в целом сюжет будет понятен вам. И, если что, учим английский язык все дружно. Поехали. Новая игра, индивидуальная игра. Давайте сделаем настройки, посмотрим, что у нас как по звуку, как всегда. Сделаем все-таки, наверное, эффект чуть поменьше сделаем. Уменьшим до 50, я думаю. И даже 60 сделаем. Ну и музыку мы, соответственно, убавляем до 50, чтобы она потише и нам сильно не громко не было. Даже до 40 уменьшим. Так, режим звука стерео, все замечательно. Команды, камера, клавиатура. Играть мы будем на геймпаде, поэтому у меня будет раскладка как от Xbox 360. Что ж, индивидуальная игра, начать новую историю. Поехали, ребята. У нас тут есть как раз уже начатая новая миссия, но мы начнем в первом слоте и будем проходить ее с самого нуля. Поехали. Так, крошка-персик, поскольку твои родители поручили мне за тобой присмотреть, я расскажу тебе сказку на ночь. Минуточку. А как же я? Да, Диего, но только у одного из нас есть родительский опыт. Сид, у тебя не было детей. Были. Вовсе не твои. Это были яйца динозавра. И что? Их мать чуть не съела тебя. Все равно. Давным-давно, когда мама и папа ждали твоего появления на свет, на самом деле, мама и мы с Диего ждали, а папа просто сходил с ума. Да, так и было. Но его посетила идея удивить Элли, преподнести ей отличный подарок в твою честь. Хорошая идея, потому что он нервировал Элли, а маму мамонта нельзя нервировать. И он поручил мне, Крэшу и Эдди обшарить окрестности и найти кристаллы. И все под покровом тайны. Но сначала им пришлось тебя разбудить. Это задачка. It's Sid. You think he's awake, Eddie? Awake means eyes open, Crash. Ah. Is that a sloth with four toes? Four toes! Ah, who? What? Four toes? Sid! Glad you're up. We need some help. We need you to distract Ellie so we can sneak out.
This is a top secret mission. Secret mission? Roger! I'm Eddie. Shh, come on, mammals, we're sneaking here. Ну, то есть, я думаю, вы уже поняли, как осуществлен перевод, то есть на 50%. Где-то в заставках есть все нормально со звуком, а где-то вот как сейчас все хорошо. Ну, что ж, поехали. Тут, смотрите, есть в игре, я уже познакомился, более-менее поиграл немного, и познакомился с интерфейсом. То есть у нас есть вот эти вот яблоки, которые мы можем собирать в процессе. Я думаю, мы не будем превращать данную игру в фарм данных всего, потому что немножко у нас затянется прохождение, поэтому... Где будет возможность, мы, наверное, будем собирать. То есть, если надо будет мне что-то сказать или что-то еще, как сейчас я буду это говорить. А, но в основном мы будем с вами двигаться по сюжетной линии и прямиком рваться вперед прохождение игры. Так что погнали, ребята. Нажмите Y, чтобы поговорить с Элли. Эй, Сид, ты проснулся? Что, уже полдень? Супер шутка. Элли, тебе не кажется, что солнце стало сильнее греть, а? Да нет, а что? Уверена? Ты посмотри внимательней. Сид, оно слепит глаза. Хорошо, значит, оно работает. Пст, Сид, сюда! Отлично, миссия первая выполнена, мы отвлекли Элли, правильно, да? За выдающиеся заслуги в области пронырства! Гип-гип, ура! Сид такой непонимающий. Элли, все это и есть секретные задания? Нажмите клавишу «Z», чтобы открыть меню заданий и подсказок попробуйте. Назад. Помогите Крэшу и Эдди найти подарок для Элли. Все понятно. Нажмите, чтобы прыгнуть. Готов. На обучение, туториалы. Нажмите X, чтобы выполнить атаку. Пробуйте. Хорошо. Куст, посмотрим, давай, куст, ты меня не сделаешь. Да, мы сделали куст. Развивай кустики льда и грибы, чтобы получить ягоды и здоровье. Погнали. Сид, за нами. Мы уничтожили этот куст. Смотрите, как мы кровожадные ситы уничтожаем кусты один за другим просто. У них нет шансов. Так, смотрите наверху. Да, по-моему, я уже сам немножко фармлю тут, но давайте все-таки я попробую сдержаться и сильно не собирать ягодки, потому что у нас прохождение иначе затянется. Нажмите дважды, чтобы сделать двойной прыжок. Хорошо. Уже иду. Сделайте двойной прыжок и отклони вперед, чтобы лезть вверх. Ну, просто надо вперед нажать. Ух ты! Идеальный подарок! Сид, достань этот кристалл! Ребята, я ленивец. Мы не отличаемся силой. Да, но деревья твой дом, родной. А, тогда держите меня четверо! Тебе больно? Только когда дышу и говорю, и думаю. Ай-ай! Видите? Это подарок твоему ребенку. Ух ты! Какой красивый! Знаете, что сочетается с кристаллами? Пармезан? Нет, кристаллы. Я видел их в ущелье. Для управления камерой используйте, понятно, нажмите «Исследовать за камеру», «Положение за спиной». Оп, то есть если мы вот так нажимаем на клавишу, он у нас быстро переворачивает наше поле зрения, куда и смотрит наш персонаж. Вперед, в прекрасный новый мир! Ты уверен, что дерево не упадет? Пройди по нему и узнаешь. Удачи! Используйте для баланса, понятно, идем прямо. Полигоньку. А нужно баланс? Я даже не воспользовался этим. Выполните двойной прыжок, нажмите здесь. На скоке. Сюда, Си.
Вау, сколько тут... Каждый, кстати, большой, но и там по 5 вот этих ранеток или яблочек. Бобрики. Красавец. О, нас засекли! Сид, спаси нас! Я? Как? Как будто сбиваешь кусты. Да, а не бешеных бобров. Ой-ой-ой! Ну, если как кусты, то давайте как кусты. Ну-ка, идите ко мне, кустики, дорогие. Кустики, 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 кустики. Кустик, 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 кустик. Ох, какой кустик у нас. Ух ты, Сид, задай им жару. Да, но нам загораживает путь этот камень. Дай угадаю, я должен подвинуть его этой палкой. Сид, да ты герой! Да, не серьезно, этой палкой. Давайте посмотрим, мы здесь ничего важного не упустили, потому что нам нужно собирать все-таки кристаллы. Кристаллы это весьма такой, насколько понимаю, редкий тут ресурс. И вот смотрите, груша. Ценная груша, она нам дает по 50 сразу же этих кристалликов, то есть называется 80 на 20. Лучше собрать одну грушу, чем... десяток вот этих вот маленьких, которые одна такая разбита дает нам около 5, да, получается, 1, 2, 3, 4, 5 и, ну, где-то так примерно. Кристалликов мы тут не обнаружили, можем двигаться дальше. Ничего тут больше нету, забавно то, что мы могли бы пропустить. Нет, все хорошо. Ладно, я уже иду. Кустики, ягодки, нет, я вас не буду брать. Воздействуйте на большой камень, чтобы сдвинуть его. Нет проблем, нет проблем. Нажимайте быстро раз ее, и мы ее сможем сдвинуть. Собери клубнику, чтобы восполнять здоровье. Следуйте за покрывалом ветра к следующей цели. Нам бы огоньку сейчас. Так, да, они, видать, говорили про огонек, чтобы растопить лед. Ну, не лед, а паутину поджечь. Иди отсюда. Это моя территория. Че, еще один? Оп. Кстати, ветра нам помогает, подсказывает, куда нам необходимо идти. Нет проблем. Осторожно, не упади с гриба. Так, чтобы достать огонь, тут у нас, в принципе, ничего такого интересного, вкусного нету. Мы просто не туда запрыгнули. Падение с высоты нам, оказывается, ай-яй-яй делают. Подождите. А, вот куда надо было. Я просто не в ту сторону пошел, все, я понял. Я понял свою ошибку. Нет дыма без леница. А, нажмите Y возле огня, чтобы получить факел. У нас есть огонь. Можно вернуться, скатившись по льду. Но если разрешаете, ребята. И надо заметить то, что предоставляет право последнее вот этого действия нам. Так, оп. Круговой сид. Огонь есть. Паутина там, за нами. Давай. Сид, ты умеешь бегать, интересно знать? Эхоу! Эхоу! Это было бы здорово, на самом деле, если сид умел бегать. Я справлюсь! Смотрите, мы его одной правой уделали. Че, так, перед паутиной сжечь ее, продолжить. Огонь от нее и следа не оставит.
Шикарно. Паучок, ты нам не сильно интересен. Так, здесь у нас что видим? Мы видим тут черепашку. Сегодня вам повезло, парни. Специальное предложение для вас и вас, и суперакция для вас. Не сейчас, Тони, мы на задании. Да-да, конечно, но вам нужны припасы, фрукты, устройства и все в таком духе. Я хочу посмотреть на такого духа. Какой может быть дух в такую-то погоду? Только быстро, быстрый Тони. Слушай, я расскажу, как ты, да, ты сможешь покупать вещи где угодно. Нажмите Y возле статуи, чтобы войти в лавочку. Нажимаем Y, восходим в лавочку. Итак, посмотрим, что нам необходимо было бы купить, а что нам можно было бы применить. Этот предмет пока невозможно купить. Укрепить здоровье, увеличить максимальное единицу здоровья на одну штуку. Нам пока не сильно здоровье как бы требовалось. Огромные кристаллы становятся огромными. Потом линза рыбий глаз. Взгляните на мир рыбьими глазами. Это кастомизация, скорее всего. Крупные вишенки делают вишни более крупными. Хм. Так, и мощные снаряды увеличивают размеры снарядов. Размер снарядов, видать, их мощность. Но у нас пока нет пушки как такой. И бег ленивца дает Погодите-ка, дает доступ к коллективной игре «Бег ленивца». Это коллективная игра, то есть, да? Не индивидуальная. А дает доступ к коллективной игре «Дино-статуи». Я думаю, вот это мы сможем купить чуть позже. Это нам не приоритет. Мощные снаряды, крупные вишенки. Мы их тогда сможем намного лучше видеть. Они нам будут больше давать? Я не знаю, но давайте возьмем. Играть мы... Чё? У нас осталось 170. Нам ничего не хватает больше. Ты уже усвоил основы. Я люблю способных учеников. Помните те вишенки? Они были на заднем фоне маленькие. Давайте посмотрим, есть ли какая-то разница с... Собирай ягоды, в магазине ты обменяешь их на что угодно. То есть тогда они у нас стоили одну единицу. И сейчас они одну единицу стоили. То есть смысла как такового, я вижу, не было. Надо было кристаллы большие покупать. По одной единице это не так интересно. Так, вишенки. А тут их много, кстати. Мы тут можем много подфармить. Они, кстати, нереально большие стали. Можно как-то отключить эту опцию? Так, или продать обратно. Так, здоровье нам не нужно. Эх, ну что, хотите, чтобы я туда запрыгнул? Мелкие сошки. Кто это мелкий? Опа! Ну ваш-то, без боя, мы вас не пропустим. Файтинг. Ты слышал? Mortal Kombat. Ну ладно. А что делать-то? Берегись, несколько раз нажми, чтобы выполнить вихревую атаку. Вот и хозяин. Мы еще повоюем. Что? Что, думаете, больше кротов нет? Все. Расплющили, ребят. Ты победил всех этих кротов. Теперь твой путь лежит на север, мимо этого камня. Бери палку и... И... Откати ею камень. Так, не знаю насчет камня, но вот там вот я вижу кристаллик, который я бы хотел бы все же взять. Вопрос в том, как его можно взять и с этой или его стороны берут. О, смотрите, это очень ценный приз. Достаточно. Оп. Давайте посчитаем, сколько у нас здесь получится с одной. У нас сейчас 56 и 56. А, смотрите, яблоки дают нам по 5, вишенки дают нам по... То есть вишенки не такая полезная тема. Можно откатить, чтобы мы не тратили свое время на вишенки? Услугу эту. Так, это так не работает. А, то есть нам нужен какой-то противовес. Противовес. Ну, по-моему, здесь только попробовать забраться. Вот так, прыжком.
Ну, либо это чуть дальше по сюжету мы сможем все-таки открыть это. Так, у нас 400 есть, может, мы сможем купить... увеличить огромные кристаллы, цена 250. Стоп, я ее купил. Добро пожаловать в лучшую ловчонку вокруг. Этот предмет уже был куплен. Увеличить боезапас, запас, Дина. Да, по-моему, мы его купили, крупный кристалл, но почему-то кристаллом... Ах, прекрасно, я по глупости нажал кнопку пуска, и у меня игра слетела. Ах, ну что, продолжаем, ребята. Да, вот эту штуку нам нужно сюда отодвинуть. Давай, у нас все получится. Давай, чувак, хорош. И здесь у нас... Нет, не горочка, я думал, горочка. Так, забраться наверх. Не, это вишенки, нам не интересны вишенки. Си, ты не умеешь забираться на такие маленькие препятствия? Оу, смотрите, что мы нашли. Ух ты, Элли глаз не сможет отвести от этого кристалла. Если потрудиться их открыть. Эй, я его достану. А не слабо? Вот, достал. Я достал. Я... Надо ему помочь? Сам справится, надеюсь. О, еще кристалл. Сестренка, у нас для тебя что-то есть. Презент от летучего ленивца. Спасибо. Это отвлечет ее от отекших лодыжек. Есть еще один кристалл на краю скалы. Еще один кристалл? Ну ладненько, пошлите за третьим кристаллом. У нас... Подождите меня! Не так быстро! Да-да-да, главное не торопитесь. Кустик! Иди сюда, Кустик, иди! Я покажу тебе, как надо правильно сазаться. Так, ладно, идем сюда. Бонусные яблочки. Бесплатные вишенки. Сид, мы нашли еще один кристалл, но он высоко на скале. Но это ерунда, потому что его охраняют птицы. Тупицы? Птицы, тупица. О, по-моему, начал будет побег рядом со Пробеги рядом со снежком, чтобы поднять его. Нажмите на снежок, чтобы бросить его, понятно? Звездный час, ленивца. Есть еще? Добровольцы. Че, все? Птички вымерли? Да, по-моему, птички вымерли. Какие-то птички такие, вымирающий вид. Комбо по монеткам. Так, вот он тот самый кристалл, который необходимо подобрать. Но прежде чем его подбирать, давайте немножко здесь пособираем лут. Вот говорил, что не буду зацикливаться вот на этих вот вишенках, ни капельки, а они меня все манят и манят. Вот, блин, вот зараза я. Так, ладно, возьмем еще. Там у нас еще два снежка. Они уже не лезут, максимум 10, значит. Ну, ладно. Так. Как нам прицелиться, вопрос? Чувак, я хочу прицелиться. Как мне прицеливаться? Ладно, давайте подъем к этим двум ребятам, они по-любому знают. Давай, Крэш, толкай сильней. Ну давай, Кристалл. Не то мы с тобой по-другому поговорим.
Ясненько. Нажимаем, прицеливаемся, кидаем. Нас заметили! Ой. По-моему, это будет сейчас огонь сверху. И нам пригодятся как раз наше умение стрелять по ним. А ты присмотри за птичками! Воу-воу-воу, полегче, полегче. Син, иди сюда! Так, снежки нам не сильно нужны. Там у нас кристалл мы подобрали. И, в принципе, все. Это... Мы сюда можем залезть вообще? Нет, мы не можем сюда забраться. Значит, мы... закончили с изучением этой локации. Have you ever seen such a perfect crystal? You should feel good about yourself for getting. You know, I do feel good. I feel really... From your brothers with love. You guys spoil me. Yeah, almost makes up for all the other junk they do. Okay, it does. Doesn't anybody want to spoil me? Ну что, ребята, продолжительность данных серий я примерно буду планировать сделать в районе 20 минут, а вам тем временем хочу сказать спасибо за просмотр, у нас как раз примерно это время набежало. Спасибо за просмотр, с вами был Лито, удачки, и увидимся с вами в следующей серии. Всем удачи и бай-бай, до новых встреч.